Кольцов, почему вы так вяло работаете? Что с вами? Может быть, вы не здоровы? Нет. Мне это просто не нравится. Что не нравится? Никакого удовольствия в ударе человеку сапогом по голени я не нахожу. Хорошо. Еще раз. Человеку, значит? Ну, а если этот человек бьет беременную женщину сапогом в живот? Или ломает музыканту пальцы на руках, как на стадионе в Сантьяго, в Чили? Как тогда, Кольцов? Простите, товарищ гвардии старший лейтенант. Я, кажется, сказал глупость.